За что вы были задержаны сотрудниками полиции? За состояние алкогольного опьянения. В этот момент... Что вы можете пояснить по данному факту? Очень сложно что-то пояснить по данному факту. Скажите, пожалуйста, ранее вы подвергались административному наказанию? За что? Вот недавно меня остановили тоже в состоянии алкогольного опьянения. То есть это уже не в первый раз? Вот это получается второй раз. А где это было? В Химках. Как давно? Ну, еще месяца не прошло.